Обеспечить прозрачность начислений за теплоснабжение. Такое поручение профильным министерствам дал губернатор Александр Цибульский. Увеличение цифр в платежках в последнее время вошли в топ-3 обращений к северян. Суммы выросли, хотя тарифы с 1 января не менялись. Министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Поташев так объясняет ситуацию. В январский счет включились с 23 декабря по конец декабря и, соответственно, по 23 января. Это период самых морозов. Потери на сетях, то, что вот говорят, что много аварий на сетях, они в расчет платы не включаются. Также министр пояснил, что были проверены несколько домов на правильность начислений и нарушений не выявлено. Александр Цибульский поручил упростить оформление перерасчета, если услуга была оказана некачественно. Вот тогда этот заявительный характер надо каким-то образом максимально упростить, чтобы люди, там, условно говоря, там, два клика могли, если там пользуются каким-нибудь приложением, допустим, «Наше Поморье», могут туда зайти и в два клика оставить свою заявку на обследование, да, для своего помещения. И автоматом связать этот ресурс с управляющими компаниями, которые тоже в «Нашем Поморье» должны быть в контуре, в цифровом, и они бы сразу автоматически получали это обращение. Мы бы его сразу брали на контроль. Два министерства, ТЭК и ЖКХ, а также связи информационных технологий в ближайшее время подготовят соответствующие предложения.